Канашский район, а вместе с ним и Комсомольский, срочно нуждаются в новом полигоне по переработке и хранению твердых бытовых отходов. Недавно закрыли единственную городскую свалку. Туда с середины 60-х годов привозили отходы не только из Канаша, но и других муниципалитетов. Теперь местная власть определяет место под строительство завода по сортировке мусора. Назначена дата публичных слушаний. Определены варианты размещения. Какие, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Свалка на окраине Канаша уже давно исчерпала свои ресурсы. На въезде в город высятся большие горы мусора. Сейчас на воротах висит замок для складирования отходов. Здесь не хватает места. Когда усиливается ветер, это заметно и сейчас, мусор с городской свалки разлетается по всей округе. От этого страдает и жилой сектор, и сельхозугодия, которые расположены неподалеку. Власти Канаша уже приняли решение, в ближайшие годы свалку рекультивируют. То есть места для складирования отходов в городе сейчас попросту нет. Мусор отсюда пока приходится вывозить на полигоны других муниципалитетов. Но это в разы осложняет работу коммунальщиков. Для жителей частного сектора привычной картиной стали переполненные до отказа контейнеры. Освобождать их от мешков с мусором в Канаше не успевают. Своевременно со всеми объемами, которые сегодня существуют в городе, мы не справляемся. Но мы стараемся решать эти проблемы. Сейчас создали новую компанию «Чистый город», которая, собственно, будет заключать договор с населением частного сектора. Решит проблему только новый полигон для сортировки отходов. Где он разместится, пока вопрос. Сейчас муниципальные власти выбирают территорию. Был вариант построить объект в Комсомольском районе. Но на публичных слушаниях местные жители проголосовали против. Многие посчитали, что полигон будет угрожать экологии. И никому не пришло в голову, что его отсутствие уже экологическая катастрофа. В марте месяце публичные слушания прошли по месту отведения земли для строительства полигона. Это было около поселка Киров. Но местное население выступило и даже очень активно выступило против этого строительства. Недавно были назначены очередные публичные слушания. Полигон, возможно, разместится в селе Табурданово Канашского района. Этот вариант называют золотой серединой для трех муниципалитетов – Канаша, Канашского и Комсомольского районов. Власти гарантируют жителям, это будет современный завод для переработки отходов. У населения складывается впечатление, что полигон – это всегда огромное поле, разбросанный мусор, который разлетается во все стороны. О том, что это будет современный полигон, современный завод и, по сути, не будет нарушать экологическую обстановку, об этом население не думает. Появится ли полигон в Табурданово, станет известно уже 10 июня. А пока в районной администрации людям предлагают ознакомиться со всеми характеристиками объекта. Медлить уже нельзя. Полигон должен найти окончательную прописку. Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева и Александр Петров. Республика.